mislim da ova utakmica bila potpuno drugačija od one iz Lige prvaka, da smo mi kroz ovu utakmicu, kako je utakmica išla kraju, nismo odreagirali baš najbolje, dosta nam je obrana. Ali kajem, to smo u drugom dijelu, nakon timeouta i pet razlike za Brest, mislim da smo dobro reagirali prema njihovoj sredini i lijevoj strani napada, da smo dobro zatvarali, osim što nam je prošlo par, pokazali su jednu nevjerovatnu hrabrost koja ih je skoro, koja nas je skoro koštala pobjeda. I mislim da tu je sve trener kazao, na kraju smo ipak zadržali ovo što smo htjeli. Что могу сказать? У нас не было двух крайних. Меня поставили как молодого, доверили. Игра, получается, была тяжелой. Все ребята боролись, старались, то есть бежали, бились. Сегодня игра получилась в том плане, что игра была мяч-мяч в первом тайме. В первом тайме удачно очень отыграли в защите, и Пешич, я думаю, сыграл неплохо. Опять было много удалений, в которых, я думаю, мы получили голы очень легкие. Вот. И это способствовало тому, что как бы нам не удавалось оторваться. В нападении забили 15 голов. Мне кажется, это нормальный показатель. Во втором тайме начали очень хорошо. Практически все комбинации доводились до логического завершения, появили 5 мячей, но потом у нас наступил небольшой спад, я думаю, за счет того, что вратарь соперника отбил очень много бросков и даже 6 метров, но, к сожалению, наши вратари во втором тайме не отбили столько, сколько отбил вратарь команды соперника, поменяли Пишича на Миятовича. Эффект был очень кратковременен, опять вернули Пешича. Вот. Ну, я думаю, что можно остаться довольным ничьей, но так как Юрий Нок мог забить и мы могли выиграть, то, естественно, как бы остается небольшое ожидание того, что мы могли все-таки победить. Но, опять же, повторюсь, ничья на сегодняшний день, так как складывалась игра, неплохой результат. Думаю, игроки сегодня настроились по-боевому, сражались, бились. Надеюсь, что у нас хватит времени восстановиться к следующей игре, которая через 2 дня.